Всем привет, с вами Гуля Лакетта. Продолжаем играть в супермаркет. Вот супермаркет. Кладовщик куда-то почапал. Я тут все-таки решила для себя. Для себя решила, что я хочу порядочек навести. Ну, так, подождите, а как у них... А, это вот так. Подождите. Это сверху надпись, что это такое, да? Макароны вот сюда. Да, если я сейчас еще вот так буду все расставлять, это у меня вот макароны, это сахар. Водичка пойдет вот сюда. Это кола. Это у меня сыр. Сыр пойдет, наверное, вот сюда. Так, сейчас. Да, я все хочу переставить. Я сильно лежала вчера такая, ну, спать пошла уже. Думаю, надо, наверное, порядок все-таки навести. Так, это у меня йогурты идите. А почему он таскает до работы? Вот у меня вопрос. Вот йогурты мы сюда кинем. Хорошо. Молочко, я думаю, вот сюда. Это не молочко, это шоколад. А вот это вот водичка, да? Это водичка. Я просто хочу все, что в бутылках, вот сюда поставить. Ну, половая вода, вон вот это вот все. Все-таки, чтобы мне понимать, что заказывать. Это у меня шоколад, это молоко. Вот это точно молоко должно быть. Молоко пойдет вот сюда. Молоко. Это у меня тунец, сыр, йогурт, макарошки. Это рис. Рис сюда. Так. Ну, такое, знаете, муку. Вот это вот я хочу вот сюда. Это макароны. Это такс. Блин, место, конечно. Надо, наверное, еще полочку купить. И вот сюда можно поставить. Но тут все равно стена. И еще я хотела сам склад посмотреть, расширить. Так, пусть он пока выставляет у меня. У меня, по идее, некоторых продуктов вообще, в принципе, нет. Сейчас хочу посмотреть, сколько стоит расширение складика. Так, мебель нам надо обязательно пару стеллажей еще взять. Так, и менеджмент. Склад. А давайте все-таки раз я куплю склад. Нам надолго хватит. Так, развитие. Требуется раздел. Нет, это мы не берем. Счета оплачиваем. Сейчас я посмотрю, как там выглядит. Так, что из продуктов-то надо нам обязательно? Арахисовая паста, спагетти, спрайт, арахисовая паста. О, я открыла. О, это ж классно. Так, ладно, сейчас разберемся. Арахисовая паста, спагетти, сыр. Так, продукты. Где это все у нас? Арахисовая паста, спагетти, спрайт, я говорила, надо еще купить. Что там еще можно купить из продуктов? Маленькие вот эти коробочках яйца. Кстати, выглядит, как будто это, я не знаю, цвет бы поменять у стен. Меня как это, человек, который всякие стратегии играл, всякие, ну, где вот такие вот симуляторы, и стены бы покрасить, и это бы украсить, все-все-все хочется. Я даже сегодня проверила, может, думаю, какая-нибудь обнова была. Не, никакой обновы не было. Так что, Он, да, он все выставил. Ты все выставил, да? Молодец, кладовщик. Давайте я, может, на превьюшку возьму. Не знаю, так странновато выглядит. И у нас получается, да, вот так вот. Вот эта ступенька, конечно, это классно. Но нам вот это вот теперь будет мешаться. Я думаю, надо вот сюда одну поставить. И вот смотрите, если вот так ходить, вот сюда интересно, нормально будет. Сейчас лестницу, говорю, стеллажик один принесу. Посмотрю, значит, нам туда надо будет следующее расширять, да? Да, вот так вот. Но вот это теперь смотрится странно. Тихо-тихо, поставь обратно. Сейчас поставим как... Я думаю, все-таки... Наверное, надо так поставить, да? Или вот так вот. Вот это вот так. Сейчас переставим. Не, учитывая, какие там товары, надо сюда вот бутылированное все. Сейчас, возможно, еще придется прикупить.
Потому что если вот так ставить, то оно, конечно, круто. Пока можно и так поставить. Подождите. А вот это у меня... Ага, я поняла, что это. Сюда поставим. Так, хорошо тут все переставляется. Я имею в виду на складе. Сюда. Тебя надо... Я тебе вверх ногами, что ли, поставил? А, нет, все нормально поставил. Так, стой нормально, блин. А я думала, как дверь открыть? А мне, может, уже и писали где-то. Но я это заранее как бы снимала. Здесь, кстати, ничего не влезет. Просто у нас сейчас еще вот этот кусочек в будущем откроется. Ну, значит так. Все бутылочки сюда. А, они по два прям кладутся? Ой, как хорошо. Так, тогда вот это кола тоже сюда. У меня столько колы оказывается. Так, это сахара много. Сахар мы, наверное, сюда. Это так. Это был не сахар. Вот это йогурт, например. А, я молочку вот сюда такую хочу поставить. Йогурт вот сюда. Так, это у меня молоко. Молоко я оставлю здесь. Хотя это тоже, по идее, молочка. А это тунец, это сыр. Сыр, кстати, я думаю, у нас вот сюда пойдет. Так, сыр сюда. Тоже сыр. Это кола. Кола. Вот сюда пойдет. Так, тут еще с чем коробка. Это у меня мука. Да, это мука сюда. Это макароны вот сюда. Это у меня рис. Тут две муки. Рис пойдет тогда сюда. Вот так. А тунец я вот сюда поставлю. Так. Молоко, думаю, пусть тут стоит. Так. Ну все, надо ценники лишние убрать. Ну, не ценники, и иконки. Так, наверху у меня мука. Эти вот можно я могу убрать? Лишнее, чтобы они меня не смущали. Сейчас я все уберу, вот это вот. Сейчас будем наводить порядок. Не, хорошо, что они прям по две, не обязательно выделять. Кстати, что я муки-то тоже? Наверное, можно было бы вот так вот поставить. Ой, у меня еще один стеллаж есть, да? Но вот этот сюда поставим, пока так. Все, тоже что-нибудь большое туда. Допустим, вот это у меня яйца. Яйца у меня будут, где я планировала. Здесь йогурт. Тут у меня сыр, йогурт. Давайте сюда яйца поставим. Будем по-правильному все. А, вон смотрите, пошел выставлять всякие джемы. Наверное, вот сюда у меня, да, вот пойдут сюда. Так, а это что у меня? Да, вкусняшки всякие. Джем еще один вот сюда. Ну, это масло, арахисовая паста. Так, спагетти вот сюда планировалось. Так, вот. Ну, ты пришел первый, пойдешь сюда. Так, а что он через вот эту дверь ходит? Я не могу ему указать, через какую ходить, а? Сюда. Спрайтик пришел. Кстати, спрайтик можно вот сюда. Так, вот что такое у нас пришло? Еще один спрайтик. Кстати, может самой пойти поставить спрайтик-то? Ты чё? Чё я все это? Сейчас надо открывать уже магазин. Все, если он ее вон тащит, я его сочувствую на самом деле. Сейчас посмотрим, еще одна коробка с чем-то там была, да? Яйца еще. Маленькие яйца. Все равно новые товары придется самой выставлять. Пойдемте. Яйца я вот сюда куда-то. Нет, вот здесь они у меня. Вон они. Просто их забрали. Ну все, давайте откроем магазин и будем затариваться, смотреть, что нам надо. Во-первых, я видела, что там муки на складе не хватает. Как бы вообще нет. Надо кексиков всяких набрать вот этих. Так, мука. Мука. Так, возьмем вот эти.
Вещи у нас их нету. Ну, про запасик так. Это и муки надо. Все. Сейчас, ну подождите, давайте муки разные наберем. Это я взяла. Теперь надо рисовую муку. Где она у нас? Вот она. А, наоборот. Ага, там ее можно две. Давайте вот эти кинем. Все, кинула. Я думаю, я буду вот так ходить и по пути расставлять и туда дотаскивать. Почему бы нет? Ну, чтобы я без дела не шаталась. Да, себя дело главное найти. Смотрите, какая я, да? Я думаю, можно вот сюда эти поставить. Вот так. Это у нас мука. Молоко надо сейчас будет еще заказать. Деньги есть. Это хорошо. Деньги есть. Меня это радует. Так, где у меня? А, кстати, я почему по две полки на муку-то выделила? Там мука такая. Ну, ладно, еще найдем, что туда запихать. Ну, по привычке, как это, в магазине выделила я. Знаете, по два ряда. Ну, хотя сейчас посмотрим, как оно ставится вот у нас. А, оно ставится по два. Можно туда еще что-нибудь. Вот я молодец. Давайте рисовую. Можно же рядышком поставить, да? Вот. А это у меня тоже. Вот сюда. Этот ценник можно убрать. О как. Ладно. Ну, бывает, что поделать. Кексики пойдемте поставим. Не, ну то, что вот дверь вот эта открылась наконец, это прям радует. А то мне прям это, я напрягалась. А что это у нас дверь-то есть, а ну закрыта. Я не думала, что надо расширить. И главное здесь, не понимаете, нигде не написано. Какой-то отчет бы почитать. Вот не хватает. Вот очень-очень этого не хватает. Так, давайте у меня здесь йогурт. Здесь будут кексики. Здесь вот так. А тут, ага, тут сыр был, да? Хотя, ладно, пусть стоит. Но все-таки на складе у меня периодически будет бардак. Я вот честно могу сказать. Ну, по-другому у меня не получится поставить. А, у меня даже все выложилось. Ладно. Знаете, не хватает, вот на компьютере открыл сколько чего на складе. Но когда вот что через компьютер проходит, вот как они сейчас там пикают, обычно это везде где-то отображается. Это я точно могу сказать. Так, вот сюда я просто решила. А у нас как-то нету. Ну, не, ну, я понимаю, может, тяжело это все впихнуть в игру. Спорю. Давайте йогурты выставим. Хотя они у нас тут были где-то. Вот йогурты. Это которые не портятся. Так, сейчас будем заказывать. Это у нас сыр. Да, я, кстати, сыры вообще не посмотрела. А их надо. Вот это надо. Сыр такой надо. Подождите, где у меня? Сыр такой, такой надо взять. Соки надо взять. Сейчас. Кладовщик бегает активно. Прям сыр, соки. Так, сейчас возьмем. Сейчас возьмем. Сейчас все закажем. Подождите. Вот это тоже про запасик можно взять, этот сыр. Так, вот этого два. Вот этого два. Соки, я сказал. Надо сразу по два взять, чтобы на склад, если что, закинуть. Где эти соки у нас? Сок ты где? Так, вот. Раз, два. Раз, два. Ну и по пути давайте спрайтика возьмем. Все. Так вот. Сейчас будем все выставлять. Надо потом будет по складу пробежаться и глянуть. Так, там много всего. Спрайт я сюда поставлю. У нас тут вода. Ой, сюда не влезет, тогда рядом поставлю. Ну, раз заказала. Зато рядом виднее, знаете ли. Сок апельсиновый. Сок апельсиновый. Да, вон полочки пустые. Кстати, я ценники не проверила. Или проверила перед той серией. Все может быть, могла и не проверить. Я могу. Я это такая. Так, у меня с бутылки вот сюда соки пойдут. Здесь у меня сыр. Я его видела на витрине. Надо поставить. Угу. Вон тот пармезанчик закончился. Такс. У меня вкусняшка. Здесь у меня что? Йогурт и там, что ли? А, нет, это пустой йогурт. Тут у меня вкусняшка, йогурт, шоколад. А, вот он, да? Нет, это тоже вкусняшка. Я тебя сюда запихну. Я тебя запихну сюда. Яблочный сок как там поживает? Плохо поживает. Очень плохо. Его нету.
Его нету. Яблочного сока кончился. И свет, кстати, заканчивается, судя по всему. Так, у меня вот здесь. Давай сюда тебя поставим. Пойдемте свет включим. О! А что вы на одну кассу все встали? Вон же пустая касса. Вот, сразу. Это потому что я выставила, я знаю, что там его нету. Так вот. Ща, вот прям с кладовщиком чудо. Апельсиновый сок тоже сюда. Так. Потом у нас тут вот так, пармезанчик, да, его не было. Я не знаю, его выставил. Нет, я его заказала, но, видать, его это... Надо еще будет заказать пармезанчика. Так. Вот этого сыра и можно сюда. Сыр сюда. А, кстати, сюда надо свет еще заказать. Так, где тут у меня... Что значит места нет? Давай должен быть... Ай, блин. Не туда. Так, надо лампочку. Сколько туда лампочек можно включить? По идее, я бы две еще сюда поставила. Так, две лампочки надо будет. Надо сыр пармезан точно еще заказать. Так, сейчас посмотрим, что у нас по товарам надо будет на будущее. Так, такой сыр твердый кусочек. Я масло не заказывала. Я, кстати, заказывать не успеваю на самом деле. А, это кончилось даже. Так, сюда выкидываем. Так, две лампочки. Масло растительное, сливочное. Чай. Кофе. Так, сейчас закажем. Масло растительное, сливочное. Ну, масло растительное и оливковое имею в виду. Так. Чай. Кофе 3. И на лампочку на одно место хватило. Хорошо. Так, ну я сейчас не закажу, надо уже дождаться, когда все тут закончится. Тут вообще товаров надо много заказывать. Ну хоть и ходит, выкладывает, но у меня, по-моему, некоторых нет. Еще денек сейчас поработаем. Вообще надо бы склад до конца расширить, чтобы красивенько смотрелся. А там 2600 надо, да, на расширение склада. Вот по идее у нас и вот этого нет. Надо сейчас много-много товаров заказать, чтобы все было на складе. Потом расширять. Во, все кофе выпили. Я же говорю, не хватает. Так. Будем все заказывать и забивать склад. А то если на складе нет смысла от него. Мне тут ничего же не видно. Я бы тебе помогла, но я же ничего не вижу. Джим могу поставить, например. Пока он там это... А что он там стоит? Просто так, правильно? Так, что тут еще у нас? У нас мука заканчивается. Что такое? Рис. По-моему, его надо. Да, я же видела. Так вот, рис надо. Надо привыкнуть, что это сверху нарисовано, то, что там ставится. Так, это тоже можно поставить. Такая выглянула, посмотрела. Смотрите, коробки за... Да, все заканчивается. Надо прям на заказывать дофига товаров. А потом можно на расширение склада думать. Это шоколад, да? Что там шоколадом? Его тоже можно выставить. Но я помогу. Ну, что я? Что у нас не ставится? Или у меня... А, мне кончилась коробка. Я думаю, что не ставится? Не кончилось. Хорошо. Что у меня там еще было с такого? А, да, он все бутылочки выкладывает. Да. Вот маленькие яйца можно, если есть. И йогурт, кстати, можно. Сейчас посмотрим. Так, йогуртик, вот. Йогуртик, пойдемте, положим. Покупается. Это хорошо. Все, йогуртик выложили. Еще яйца маленькие. Где они? Где-то тут были. Не, надо запоминать относительно того, где что находится. А тунец там как поживает? Я не вижу отсюда. По идее, надо бы тунец. Напитки он все поставил, по-моему. Даже это. Мука по одной пачке, ну нафиг надо ставить. Ладно. Так, тунец. Ты пошел что брать? Все, да? Ты все выставил? Я так понимаю. Короны у нас. Мука. Все, он все выставил. Надо сейчас свет заказать будет. Давайте закончим день. Склад немного
Так, товаров не найдено 3, затраты на поставку 630, затраты на обновление, аренда, счета. Да, сейчас еще троим же платить, сахарная пудра подорожала. Давайте сразу поставлю ценник. А, нормально. Так, мы сейчас быренько заказываем, что у нас там лежит. Потом быренько еще берем две лампочки. Я одну заказывала, я помню. И еще продукты все набираем. Так. То, что у нас нету. Я некоторые там вообще не заказывала продукты. Я видела же. Рис там есть. Апельсин есть. Вот этого молока 3-4 закажем. Уже не хватает. Так. Потом йогурт у меня был. Шоколад вот этого не было. Сыра надо. Это надо. Так. Все, вроде все заказала. Угу. У нас там товаров нет. Надо мне лампочки вначале включить, потом открою магазин. Так, лампочку, лампочку. Я думаю, где-то по центру вот здесь надо купить одну. Там еще одна была, подождите. А я их потом могу переставлять, эти лампочки? Я думаю, что могу. Раз я остальное все могу тут двигать, то и лампочку смогу. Я одну вот сюда хотела вот. Вот, свет сделаем. Ой, как у меня тут криво. Да возьмись ты, пожалуйста. Я ее пытаюсь взять, это. Пойдет. Пойдет. Что поделать? Не пойдет, так поедет. Да, вот тут, кстати, молока-то у меня вон сколько полочек. Надо, наверное, открываться. Пусть они тут все ставят. Давайте работаем. Я надеюсь, кладовщик у меня работает и не будет у меня там просто так стоять. Очень на это надеюсь, потому что меня тут на всех не хватит, как говорится. Сахар. Он что-то завис, походу. Тут у меня молоко стояло, тунец. Но, по идее, сахар можно вот сюда поставить. Пусть стоит. Надеюсь, он его поставит. Так, я заблудилась. Я не знаю, но у меня, по-моему, завис. Ну, если завис, беда, печаль. Надо, наверное, игру перезагружать. Но я попробую попозже чуть-чуть. Чуть-чуть. Походу, завис, да. Но я уже день, наверное, если сейчас перезагружусь, день слетит. Логично же. Так, у меня молоко где стояло? Это тут. Рис вижу, воду вижу, там соки, а молоко где-то тут должно быть. Я не знаю, что он завис. Но я читала, ну не читала, я видела, что они зависают. Ладно, я сама тогда сейчас все расставлю. Что поделать мне, правильно? У меня же вариантов-то нету. Так, джемчики сюда будем ставить. Тут тунец. Да. Вот тут йогурт почему-то стоял у меня. Сама могла поставить, я не спорю. Так, это у меня молоко еще. Надо чай, кофе, чтобы там донести. Ну, завис. Сейчас надо будет перезагрузить игру. Я надеюсь, это поможет. Ну, хоть два косила нормально работают. Я не знаю. Тут, понимаете, нету такого ресета, как в Sims. Такое это шифтом ресетнул, и все в порядке. Нету. Придется все выкручиваться. Так что, не знаю. Так, это у меня еще оливковое масло. Но оливковое масло у меня должно вот сюда идти. Я думаю, вот это вот так вот. Да, оно там хорошо смотрится. Я приблизительно стараюсь как-то порядок какой-то поддерживать. Так, вот сюда можно по пути подсунуть медочка вам. И где-то я его ставила. Ну вот, кладовщик завис. Я так радовалась. А он взял и завис. Ну как так можно, а? Ну у меня же все нормально было. Теперь вот... Эх ты... Рассчитывай тут на тебя, а ты все берешь и не хочешь работать. Так, тут у меня шоколад был, тут у меня йогурт. Ладно, стоишь сюда. Все, так на складе у меня так бардак и будет, вот честное слово. Но по-другому у меня не получается. Я не запоминаю столько информации. Там очень много всего надо. Я столько поназаказывала в надежде, что у меня кладовщик поможет на самом деле. А он такой взял и отказался работать. Он, наверное, на больничном. Сказал, я болею, все. А где у меня сыр? Господи.
Он же тут был. Вот внизу вижу. Все. Ну, я, по крайней мере, склад забью. Я надеюсь, я игру перезагружу, и оно будет нормально работать. Очень надеюсь. Если не будет, это будет печалька. Но день придется отработать. Сейчас буду сама бегать, еще и все выкладывать. Что я сделаю? Ничего не могу поделать. Кофе, вот чая нету. Вот, наконец-то пришел чаек. Берите. Там кофе тоже есть где-то в коробках. Но я пока до него дойду. Вот, это у нас сыр опять. Вот, у нас тут, например, есть и сухой завтрак. Хотите сухой завтрак? Хоть как хотите. Я его выставлю. Так. Сухой завтрак, возможно, надо... Давайте сюда поставим. Че я через ту-то дверь выхожу? У меня же тут еще дверь есть там. Здесь водичка. Наверное, тоже надо подставить туда. Ну, как бы немножечко, но надо. Все. Бутылочки оттаскиваем. Вот водичка сюда. Там как раз под нее место было. Еще сухой завтрак. Он тут где-то у меня стоял. Где? Так. Сахар, мука. Почему он зависит? Кто мне скажет? Что не так? Вообще напишите, это у меня так? Мне так повезло? Или так бывает у данной игры? Вот такие зависания. Что ты не нашел? Ну, я понимаю, что ты что-то не нашел. А я тебе что сделаю? Ты видел, сколько у меня товаров? А кладовщик у меня сегодня на смену не вышел. Такой ягод заболел, и все. Ты представляешь? А я что могу сделать? Так, давайте я свет включу вам. Вот. Я могу вам свет включить, как вы на это смотрите. Так, это что у нас? Опять яйца маленькие. Они тут есть? Ну, в смысле, надо их выставлять? Все, держите яйца. Так, там у меня вот они яйца. Зато у меня есть свет. Я теперь буду знать, что если он так и ведет себя, значит, он собрался виснуть, и не надо ничего это. Надо игру перезагружать. Ну, я надеюсь на это. Я сейчас очень на это надеюсь, а там выяснится, что это не помогает. Блин, товаров столько. Я вот серьезно, я-то говорю, в расчете на него взяла. Я даже еще не на... до кофе не доползла там. Вообще, пипец какой-то. Вы меня подставили, товарищ кладовщик. Блин, у меня вот эта штука есть, я ее сюда... У меня, говорю, вот эта штука есть, светильник. Но сейчас мне его надо на расширение. О, я кофе принесла к концу рабочего дня. Кто хочет кофе? Кофе на витрине. Кто хочет кофе? У меня есть кофе, да, я его принесла. У меня там все пустеет. Блин, ну что вы творите? У меня полки пустеют, я ж так не могу. Так, чай еще, да, у меня еще чай есть, вторая пачка, наконец-то я донесла. Там макароны, спагетти, которые надо было бы заказывать, которые в расчете, говорю, были. Я в шоке с самой себя. Так, это у меня кофе, да? Так, кофе я тут брошу. И мне надо всяких муку, крупы, вот этого всего. А, что там еще у меня? Что у меня закончилось? Сахар, пудра, сахарная мука, крупа, сахарная пудра. Я не знаю, я просто хочу успеть купить. Вот в чем дело. Так, раз, два, три. Это то, что я вообще не заказывала давно. Надо заказать. Успею? Успела. Успела, успела, успела. Так, сейчас я вам пасту принесу. Не волнуйтесь. Держите. Там она на складе тоже была, но я надеюсь, кладовщик заработает. И я это, смогу спокойно все это выставить. Он все это выставит. Сюда. О, очередины какие. Все после работы вечерком покупают. Молодцы, молодцы. Покупай. Да я все потащу, тащу. Ну что ж вы начинаете возмущаться-то раньше времени? Вон, у меня там товаров вообще не хватает. Так, вот это вот. Да, две пачки макарон. Короче, я молодец, я в курсе, если что. Я и так тут одна за всех, блин. Вот, все, держите сахар. Да-да-да, сахарной пудры у вас нету. Есть! Вон стоит на витрине. Хлеб хорошо хотя бы есть.
Вот если интересно, кладовщик всегда так зависает. Но это вроде у меня последняя версия игры. Это я новее не видела. Обновленное все стоит. Так, свеч, яйца. У меня, кстати, тунец полностью закончился. Нет, не полностью. Одна банка есть. Одна банка есть, так что не надо. Не надо мне тут начинать. Чокпики пошли, которые кончились, кстати. Не зря я их заказала. Я их тыкнула, по-моему, просто так. Лишь бы еще что-нибудь закинуть. Торопилась очень. Так, паста еще идет. Вот ты, блин. Так, это сюда. Сахар еще. Давайте все выставляем. Все, заполнила. Я бы ночью еще доставку заказывал, но они же не дадут заказать. Знаете, сидеть тут все расставлять, раскладывать. А сахар, наверное, можно вот... У меня что тут? Вот ничего нету. Вот сюда сахара же нету нигде. Так, сейчас посмотрю, что отсюда можно туда доспехать. Это у меня кофе, да? Вот сюда. Все. Кофе отношу. Сейчас я... Подождите, я ничего... А кофе я вот сюда закину наверх. Самый верх не кидается. Вот сюда. Так, вот эти вот штучки. Это вода. А что мне там вода делала вообще? Там не должна быть. Сейчас мы все выставим. Сейчас я все доставлю, то, что на складе. Потому что мне надо перезагрузить, обновить. Я надеюсь, ничего не слетит. Так, че, это арахисовая паста. Нужна, нужна. Ага, там одна баночка была. Так, сейчас пойдем смотреть, что там еще надо. Кока-колы все надо. А, у меня там тунец где-то был. И надо все закинуть. Так. Кока-колу все надо. Вот ты не работаешь, приходится мне работать. Это называется. Все не по-правильному. Да, вот смотрите, тут вообще пусто. Сейчас все выставлю. Вот так вот, все выставили. Молодцы. Так, это у меня спрайтик. Там, не знаю, надо его вообще? Надо. Просто я не рассчит, не надеюсь, что он будет нормально работать. И поэтому сама сейчас все таскаю. Делаю на всякий случай. Так, у меня тут соки. Там что там с соками? Апельсиновый сок точно надо. Идем апельсиновый сок выставить. Надо тунец еще выставить сейчас. Все, всю коробку пустая. Я пойду тунец выставлю. Где-то у меня тут стоял. Так, тунец, вот. Ну, закончился почти. Ну, а тунец надо выставить. У него, по-моему, больше нету в коробках запаса. Так, тунец. Молоко надо. Пирожочки всякие. Так, молоко есть у меня тут еще. Сахар вижу. Молоко. Паста. Вот молоко. Ай-яй-яй-яй. Молоко, молоко, молоко. И где у меня? О, молоко в холодильнике стало. Что я его пыталась куда-то? Так, вот это отсюда забери. Сейчас ценник надо убрать. Теперь я понимаю, зачем ценники убирать. Потому что о, дисплей полон, да? Так, ясно. Я проверяла. Сейчас. Я тут молоко сюда. Пойду это ценник выберу лишний. А то он туда понаставит, если работать будет, да. Так, все ценники лишние убрала. Теперь всякие вкусняшки мне надо. Сыл моцарелла. Есть. Я говорю, я жду, что вот это вот все будет внизу, а оно наверху. У меня это прям очень это путает. Потому что здесь вот они ценники под. А здесь там получается наоборот. Из-за этого я путаюсь. Очень сильно путаюсь. Так, это что у меня? Это маленькие яйца. Там, по-моему, они нужны еще, да? А, не, не нужны. Это и мне показалось. Так, сюда. Потом, вот, йогурт. Есть там. Сыр есть. Вот это надо. Нет, не надо было. Ладно. Ну все, оливковое масло растительное.
По идее, надо, но мало. Давайте я перезагружу день. Сейчас посмотрим. Он там так и стоит, сода подешевела какая-то. Так, понятно. Сейчас попробую перезагрузить игру. Все, кладовщик заработал. Хорошо. У нас какая-то сода там чуть-чуть подешевела. Надо посмотреть. 3,50. 2,40. А, вот это. Ну, нормально цены. Что не так? Хорошо. Да, он все выставляет. Мне надо сейчас заказать соль. В первую очередь. Соль, кофе, чай. И вот это вот все новое. Так, сейчас в маркете вначале все это заказываем. Соль, кофе, чай. Так, чай вижу. Кофе 2. Соли 2. И вот это вот то, что там внизу было всякое. Так, это есть. Я имею в виду вкусняшки вот эти всякие. Так, сразу. Так, яйца точно были, тунца не было. Вот это надо. Даже если лишнее, я сейчас на склад покидаю. Так, я сейчас прям вот так пройдусь. Там соки тоже можно заказать. Так, риса 2, пасты 2, этой муки. Я даже цены не смотрю, сколько у меня. У меня денег нормально. Так, воды надо немножко, сыра, пасты вот этой, сахарная, растительная, хлеба, мука. Все, теперь точно все есть. И надо заплатить за счета, менеджмент, счета. Все. Такс. Сейчас я открываю магазин. Надеюсь, у меня все будет нормально. Ты работаешь или опять завис, а, паразит? Ну, он таскает. Он что-то таскает. Я очень надеюсь, что все таскает то, что мне надо. А не как я ему сюда. Я туда таскаю, он оттуда. Кстати, что там с мукой-то? Может, запихать ее просто? Давайте. Мы не будем совсем тоже это. Надо помогать. Быстрее будет. Быстрее будет. Так, мука у нас где-то здесь была. Вот она, мука. Апельсиновый сок точно надо сюда. Интересно, а если их два будет, они вообще зависнут у меня напрочь? Апельсиновый сок. Ну, это я так, вопросы такие интересуют. Интересует немножечко. Совсем будет все плохо. Все зависнет, да? Так, ну мы рядом поставим. Туда не влезла мука. Хлебушек. Что там с хлебушком? Можно чуть-чуть поставить. Кстати, хлебушка у меня нигде тут не было. Мы его, наверное, вот туда не будем тащить. Мы его сюда поставим. Хлебушек будет тут стоять. Так, это у меня чё? Это сухой завтрак. Можно чуть-чуть подкинуть на полочке, чтобы было. И я думаю, сухой завтрак у меня где-нибудь вот тут. Хотя тут вкусняшки должно нет. Сухой завтрак будет вот тут. Стоит. Я не знаю, там хватает или не хватает. Шоколада точно на витрине было мало. Вот этого всего было мало. Надо все выставить. Так, я сюда кину. Там одна эта, я надеюсь, сама закину, если что. Молоко. О, вот это можно сейчас все выставить. Сюда. Кофе. Как у нас там поживает? Кофе можно сюда. Вот кофе можно вот сюда. Это запасы, чтобы он, если что, тоже выставлял. Рис. А рис можно выставить. У меня вот такое чувство, что у меня в какой-то момент будет определенных продуктов очень много куплено, а каких-то мало. Это я вполне могу так сделать. Сейчас я вот с этими продуктами разберусь, потом можно будет так. Это уже расширять. Но я вначале хочу именно склад расширить. Так, сахар есть где-то у меня тут? Там мука. Вот сюда можно сахар ставить. Растительное масло. Соль заканчивается. А надо посмотреть, а я ее не заказывала. Я, по-моему, почти все заказала.
Но не факт. Вот, да, масло тут вот как раз запихается. Так, пустите меня. Водичка бутилированная. О, кстати, она кончилась. Ну, ничего себе. Спагетти. Спагетти, спагетти. Вот сюда вторая пачечка. Так, паста. Это если что, пусть он выставляет, а я сейчас остальное пойду выставлять. Держи. А, вот это вот можно выставить самой, по-моему, да. Я же говорила, их не хватает тут. Все, вот это вот сюда. И где-то оно тут стоит у меня. Вот там должно быть. Да, вот тут 4 пачки. Угу. Йогурты. Подождите, ставилась. Я не увидела. Так, йогурты, вот они. Ну, кстати, йогуртов реально много набрала. Так, это у меня кексики. Сейчас мы их тоже поставим. Все выставила. Даже коробку можно сразу выкинуть. Так, это у меня мука пшеничная. У ее вообще нет, его как раз поставим. Угу. Так, сюда чай. Прям, знаете, сейчас так мы грузчика, симулятор грузчика, блин, получается. Но на серьезно, на симулятор такой-то. Так, у меня кофе вот тут стоит. Я сюда пока поставлю чай. Что тут у меня еще? Чай тоже сюда же. Да, вот чай сюда же. Потом у меня яйца. Там как вообще? Надо? Надо. Надо, надо. Что-то не хватает уже, написали. Вон, что-то им не хватает. А, вижу, некоторых продуктов, по-моему, не хватает. Да, сейчас посмотрим. Давайте я вам сюда яблочный сок поставлю. Он один явно не успевает. Но для того, чтобы второго нанимать, надо вначале все загрузить товарами. Ну, блин, смысл? Я вот сейчас это найму, он что, будут они оба у меня тут висеть? По логике вообще неправильно будет. Так, давайте сюда. Все это выкладываем и выкидываем. Это сюда выкидываем. Хорошо, яйца. Яйца можно сюда. Я же там заставила все. У меня тут маленькие где-то были кокушки, а где-то большие можно поставить. Так. О, кофе закончилось. А, нет, это не кофе. Яйца пока сюда. Главное, от них не спотыкаться, а то будет вот тунец. Тунец там есть? Нет, нифига его нет. Вот. Тунец выложила. Ну, нифига себе. Смотрите, весь день таскаю коробки. А можно еще мне потаскать коробок? А что я тогда, интересно, буду делать? Да, логичный вопрос. Но я найду, чем заняться. Мне документация, я буду бухгалтерией заниматься и деньги получать. Я хороший мыслитель в этом плане. Вообще надо вначале, наверное, склад забить, а потом идти это, открывать магазин. Надеюсь, ты сейчас не зависнешь. Мне каждый раз не хотелось бы игрушку перезагружать. Вот так, кексики. Так, где кексики у нас тут были? Ой, а их не было, что ли? Нет, тут у меня баночные все. Ладно, мы сюда запихаем кексики. Сюда запихаем кексики. Пока все не расставлю, магазин не буду перезагружать. Ну, ой, вот это кончилось. Пирог кончился. Вот, держите. Держите пирог. Сейчас опять будут пищать, что что-то им не хватает. Ой, сколько я кофе-то на заказывал. На самом деле, хорошо, на складе будет лежать. Так, пойду на склад, закину кофе сразу. Где у нас тут кофе? Кофе, кофе. Вон оно. Пусть будет. Так, сыр, который... А, хотел сказать, нету. Вообще надо расширять продукты. Магазинчик. Так, сыр у меня где-то был. Я его сюда. Там яйца вижу. Ну ладно, раз нету, я сюда запихаю. А там молоко и не должно быть у меня. Так. Тунец я вроде весь выставила, да? Или не весь? А, тут пусто есть местами. Теперь все поставила. Заставила все, что могла. Так, тунец можно сюда запихать пока.
Он таскает, таскает, молодец. Я туда подтаскиваю, он туда подтаскивает. Все хорошо у нас. У нас тандем хороший. Мы работаем вместе отлично, просто супер. Так, сюда. А я думала, мне делать ничего не надо будет. А вон как получается, очень даже надо. Так, сюда. Все, мед. Мед поставили. Так, это соль, которая, кстати, тоже надо. Сейчас вот сюда. И надо ее куда-нибудь сюда. Ну, так, это у меня лампочка. Это у меня лампочка. Я думаю, соль можно вот сюда поставить. Ничего страшного. Еще на улице кто свет дал? По мне света на улице вообще не хватает. Нужен свет на улице. То мы в темноте все ходим. У меня что, там кола кончилась? Она не выставляет колу? Или до нее еще очередь не дошла? Так. Спрайт вот. Спрайта, кстати, много. Я еще сюда запихаю. Нет, кола есть. Вот она. Хорошо. Короче, напитки я, по-моему, затарила капитально. Так, насколько я могу судить. Что тащишь? А, кончились, да? Он положил, я положила. Так, где это у нас? Я тут, конечно, долго периодически буду искать. Вот так вот. И у нас еще рис. Рис, рис, рис. Все, рис я поставила. И рис можно сюда убрать. Вот так. Соль можно еще. Масло надо. Мука. Обоих видов, по-моему, муки нету, да? Обоих видов муки, растительное масло. Так, обоих видов муки, растительное масло. Так, маркет. Сейчас посмотрим. Так, так. Растительное масло. Где вторая мука? Где-то вот здесь. Так. Оливковые по пути возьмем. Чай можно, кофе у меня вроде нормально. И соли две. Сверху начала. Так, ты там таскаешь или что? Он таскает. Что ты там заставляешь? Можно узнать? Ладно. Кстати, муки можно там, если синяя есть, можно выставить. Но ее, по-моему, нету. Так, ладно, сахар есть. Просто надо ему помочь, он сейчас будет носиться. Мне арахисовую пасту бы выставить. Так, все-таки правильно, что я относительно пытаюсь порядок поддерживать. Но очень. У меня что, тут вода? Вот. Надо воду убрать. Нефиг туда мне. Я, наверное, если там стоит иконка, он туда сам таскает, а мне это нафиг не надо. Что мне там вода нужна? Короче, бутылированного всякого я насобирала много, я так понимаю. Так. Ладно, пусть тут стоит. Надеюсь, ему не будет мешать. Джейм вот этот нужен, да. Все, тоже помогу. А то он сейчас до завтра будет ходить. Сейчас будем брать сверху. Это надо? Нет, не надо. Так, сюда. Опять ставим сюда. Там у меня всякие эти вкусняшки. Ну что, давайте день прекращаем. Давай уж доставит. Пусть доставит. И я день это начну. Муку какую-то понес. И выкидывать коробку. Надеюсь, он ее донесет. Давай, ты донеси, я Enter нажму. Все. Да, товаров не найдено. Сейчас будем разбираться. Начать следующий день. Яблочный сок, апельсиновая шоколадная плитка. Так, подождите, с соками разберемся, что там. Ага, 2,50 делаем. 2,50. Здесь у нас 3,80 становится. Яблочный, это шоколадная плитка. Ага. 3,40. Вот так вот будет цена. Теперь мы заказываем то, что у меня там лежит. Вот так. Потом у меня вот это молоко точно надо. И вот это 3 пачки шоколада. Этого.
Там чокпики еще бы надо. Я видела, что их надо бы заказать. Их нету. Так, вот так. Чокпик-то влез. Один влез, да, сейчас. Я сейчас все это на склад вытащу. Потом буду разбираться. Так, шоколад я взяла. Вот это. Тунец тоже можно чуть-чуть взять. Все. Вроде все. Сейчас на склад выставлю. Ага, счета кто будет оплачивать? Пошла, пошла такая. А счета? Так, ну у нас денег как-то пока не прибавляется, потому что у меня неправильно немножко все работает. Сейчас я часть сюда, часть на склад. Так вот, буду смотреть дальше. Вон, смотрите, надо хотя бы половину растаскать до склада, потом можно будет. Так, я вон смотрю, масло-то поставил. Масло у меня где-то здесь должно было стоять. Тут мука. А вот у меня масло. Масло. Мука синяя самой можно сразу выставить, потому что толку нету, что туда все равно сюда понесет, бедненький. Так, это у меня эти зефирочки, которые тоже надо. Что здесь вот их правильно бы поставить? Вот туда наверх ставь. Так, что у нас тут? Тунец тоже сюда. Я ищу картинки, чтобы это поставилось. Чтобы соответствовало. Яйца маленькие. Но их тяжело это не увидеть. Вон они. То, что коробочки такие маленькие. Так, молочко можно сразу выставить. Все, молочко выставили. Растительное масло, да, надо сразу сюда. Оно у меня вот тут стоит в запасе. Хорошо, что оно куда попало, если что не поставится. И, ну, если там нету места другим чем-то занято. Она говорит, туда нельзя. Что вы себе позволяете? Вот типа того. Так, вот это сюда будет. Так. Сухой завтрак тоже. Где-то я здесь его запихивала, я видела. Так, у меня, кстати, вот здесь вот оливковое масло. Мы его туда поставим. Не знаю, есть ли у меня еще где-то этот сухой завтрак. Если что, я его переставлю. Тут еще один, пока помню, куда запихала. Мне нужен еще человек, который вот так будет растаскивать все. Круто я придумала, да? Только его, наверное, нет вот такого тут человека. Хлеб, джем. Где вот такое у меня было? Нигде. А вот они у меня сухие завтраки. Я же говорю, они где-то есть. Сюда ставься. Они же у меня есть. Я же знаю. Я помню, что я куда-то запихивала. Куда не помню. Тут помню, тут не помню, называется. Так, все, вставь сюда. А, такс. Нет, тут у меня. А, сыр, это же сыр. А сыр, наверное, сюда куда-нибудь пойдет. Пустой. Рядом с кофе. Там кофе должно быть вакуумная упаковка. Ничего страшного. Муку можно сюда уже, да? А у меня этот, куда пропал? Человек, который должен все это вытаскивать. Что-то он затихарился. Так, моцарелла. А тут места нет, да? О, нашла. Я полочку нашла. Вот это у меня, вот я отсюда уберу. Что будет со сладким стоять? Хорошо. Так, еще мука. Еще мука. Мука сюда. Вот это большая что? Белая, синяя мука. Интересно, вот он сейчас побежит ее выставлять? Да. Нет, не пошел. Посмотрите, какой ждет, пока магазин откроется, что ли? А нет, пошел. Пошел, пошел. Умница, молоко, наконец, вот это тут появилось. Ну, в бутылочках маленьких. В запасике его вообще не было. Так, оливковое масло есть. Оливковое масло есть. Я его куда-то сюда. Вот у меня такое масло. Сюда стой, если что. Так. Чай сюда. Оно где-то у меня тут было. Запихнулось?
Короче, куда-то запихнула, значит, по месту жительства. Так, тебе там не надо выставить на витрину? Нет. Не надо. Да, вот они, кексики. Ну, хотя бы на складе теперь выглядит, что у меня прям склад-склад. Знаете, все выставлено. Так. Это вот эти вот они. Вот сюда. Сейчас посмотрю, где еще надо. Это у меня джем. Кстати, который надо немножечко подставить. Джем у меня где-то здесь. Так, кексики. Вроде нигде не вижу. Так, ну выходи. Это яйца маленькие. Тут не надо вас выставить. Так, все. Большие вижу. Маленьких коробок что-то нигде не вижу больше. Ладно, пусть тут пока постоят. Они маленькие, так удобнее будет видно. Шоколад. Шоколад, шоколад, шоколад. Все, поставили. Шоколад надо будет еще, наверное, заказать, если я не заказала сразу. Так, мед. Мед, мед, мед. Нету, да? Вот он. А, там забита полочка. Сюда пойдешь. Там быстрее этих. Меда много у меня запасы, оказывается. Шоколад тоже есть. Но шоколад я вроде места выделяла. Тут нет? Нету, да? Ладно, пойдешь сюда. Но это хорошо. Это меня радует. То, что у меня полочки забиты, чем надо. Так, соль сюда идет. Там еще одна солью была. Так, соль, соль, соль. Сейчас посмотрим по прилавкам, чего не хватает. А это у меня тоже есть. Это у меня тоже. У меня, знаете, что, пасты точно не хватает, я вижу. Так, где-то тут у меня. Все. Что у нас точно не хватает? Во-первых, у меня не хватает явно... Хлеба не было там. Джема не было. Так, с бутылками напитка надо глянуть. Хлеба, джема. Так, а, яблочного сока. Хлеб, джем, яблочный сок, сахар. Я просто вижу, что там одна пачка всего. Хлеба я просто вообще там не видела, чтобы был запас. Так. Хлеб, джем, яблочный сок. Арахисовое масло. Так. А яблочный сок. Три можно. Этого есть у нас. Ну, на всякий случай. Давайте возьмем еще вот такое. Все. И можно открывать магазин. Все, пусть работают. Я все поставила. Сейчас буду доставлять уже так. А вообще яблочный сок на витрине-то есть? Там даже на витрине не до конца выставлен был. Надеюсь, он сейчас будет работать нормально. Потому что хотелось бы. Что, я зря, что ли, вот это вот сейчас. Так, арахисовая паста. Вот, а то одна баночка стоит. Ценник я вроде везде подправила. Что должно быть нормально. Все, сейчас будем... Сейчас должно быть... Вообще работать все должно прям шикарненько. Хлебушек-то где-то у меня был тут. Такие маленькие. Я понимаю, что должно считаться, что все видно, но нифига на самом деле не видно. Ну, мне, по крайней мере. Хотя я стараюсь все разглядеть. Так, еще одна арахисовая паста. Там одна баночка, но ее же не выкинешь. Кстати, ее не обязательно сюда-то тащить. Я сюда поставлю, потом сама выставлю. Ничего страшного. Так, яблочный сок пойдемте выставлять сразу. Угу. Сейчас буду смотреть, что по складам не хватает, и все заказывать. Как положено. Так, давай-ка я тебя наверх кину. Ну, там лишняя коробка, что? Ну, она не лишняя, понятное дело. Хлебушек, вторая пачечка. Запасик сразу выставлять. Пироги как там поживают? Пироги нормально, они есть. И они у меня где-то здесь еще были. Как это вот сюда.
Сейчас буду смотреть, что еще надо. Еще. А, это с это джем. Этот. Он где-то у меня тут тоже есть. Вон он. Ага, там даже не хватает места. Пока здесь стой. Так, что у нас получается? Свет, во-первых, надо включить. Хотя бы день только. Смотрите, как светло стало. Что у нас надо? Молоко обычное купить. Обязательно надо, да? Молоко в больших бутылках надо купить. Так, сейчас буду смотреть, что тут по этим мало. Чего мало? Большие яйца не хватает. Вот так. Яиц не хватает. Сейчас смотрим, что по запасам. Пшеничной муки. Молоко, яйца, пшеничная мука. Остальное вроде все есть. Молоко, яйца, пшеничная мука. Угу. Так, молоко, яйца, пшеничная мука. Понятно, сейчас берем. Так, пшеничную муку можно сразу парочку взять. Пасту, кстати, я что-то не помню, есть там яйца, можно три. Молоко. Где это молоко большое? Оно где-то здесь, наверху должно быть. Молоко, вот оно. Раз, два, три. И еще маленькое по пути возьму. Вот так вот. Все хорошо. Все отлично. Паста. Сразу можно. И сразу на склад. Я надеюсь, ты не это тащишь. Да, но вот тут заканчивается уже. Молочко такое, как там себя чувствует. Вот. Сразу я говорю, маленькое тоже молоко прям хорошо расходится. Обычное молоко. Теперь можно на складик тащить. Так, на складике у нас. Это здесь у меня молоко должно быть. Вы его видите? Оно здесь. Вот я его сюда поставлю. Где-то оно наверняка есть. Но я надеюсь на это. Если нет, то я ему место придумала. Правильно я говорю? Пшеничная мука. Вот, давайте сразу все заставим. Сейчас посмотрим, весь товар хватает или не весь товар хватает. А то их там не поймешь. Ага, вот, я же говорю, мука заканчивается. Молоко заканчивается. Оно там лезет еще? Не влезет. А здесь у меня что? Я его пока сюда поставлю. А водичку, кстати, можно сюда уже поставить. Он ее растащил, разложил. Пшеничная мука вот еще тащу. Так, она должна быть. Нет, на самом деле я их правильно сделала, что разложила. Так, там не влазить, да? Пока сюда. Пока сюда. О, как я подтягиваю. Яйца обычные. Так, яйца, яйца, яйца. Они где-то у меня тут были. Вот они. Есть. Хорошо. Потом у нас тут еще яйца запас. Зато я со спокойной душой смогу расширять сейчас все. Так. О, сколько я яиц она заказывала. Сверху не поставится? Ой, поставилась. Ой, шикарно. Так, это у нас что? Это джем. Ты куда-нибудь уже запихиваешься сюда, нет? Черт, ты с кастрюлей. Так, это у меня вот паста, по-моему, была. Все. Все шикарно. Хорошо. Что у нас получается? Сейчас пойду по складу посмотрю, что сразу заказать надо по сокам. Апельсиновый сок надо заказать. Макароны надо заказать. И муки опять. Теперь рисовую. Апельсиновый сок. Мука рисовая. Апельсиновый сок. Что я еще говорила? А я забыла. А, пасты всякой раз. Пасты, 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 пасты. Успеем, успеем. О, успели. Ну, свет бы еще сюда запихнуть, но это надо доделывать все и ставить лампочки, расширять, имею в виду магазин.
Так, вот это я по одной пачке не буду туда тащить, больше он бегать будет, чем. А вот это уже можно затащить. Так, где он? Вот сюда, вот, коробочка. Апельсиновый сок тоже. Где он тут у нас? Вот, держи тебе на выкладывание. Так, это у меня такая паста. Вот, все. Молодец, все вот раскладывает, умница. Блин, чудо. Сюда. Рисовая мука, которая вообще, по-моему, кончилась. Я же говорю, она вообще кончилась. Апельсиновый сок еще. Ну, лезет сюда. А сюда. Так, у меня тут молоко было где-то, да? Где оно? Нашла, 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 нашла. Паста. Все нормально, ничего, на полу часть постоит продуктов. Оно и так на полу-то, по идее, стоит. Мука еще одна. Так, ты там муку-то все выложил? Так, вот так все выкладываю. Это у меня джемы там стоят. А ты у меня сюда не влезешь? Все, мука запасы тут. Хотя место можно было бы увеличить, но, блин, не очень хочется. Кстати, вот это можно сюда уже. Нет, не, нельзя. Почему? Там же есть место. Я не туда пыталась запихнуть. Я поняла. Так. Масло надо. А, он их вытаскивает, да? Мне... А, я уже не успею купить. Хотела купить, блин. Такая, давайте еще купим. Ну, что получается у нас? Так, мне надо склад расширить. Пусть они тут, это менеджмент, развитие. Потому что мне вот этот вот... Да, давайте мы его купим. У нас хватает денег. Дайте я гляну. Сразу можно светильник сейчас поставить. Да-да-да, все... Все в порядке, кстати, можно это я поставила, да, сюда третий. И вот теперь склад меня устраивает. Можно будет еще полок купить сюда. Красота прям. Да-да-да-да. Прям склад-склад, все соответствует. Так, нам надо будет... А, так, теперь... И я так понимаю, туда еще две будет. Это нам пока не надо. Персонализация, не знаю, что такое, развитие. Купите этот участок, денег нет. Классный ответ, да? И лицензия. А, отбеливатель, сливочное масло, сыр. А у нас кроме вот этого, вот смотрите, у нас отбеливатель, чистящее средство, капсулы для посудомойки, мыло для рук. Блин. Еще ну, продукты надо. Чипсы, мука, отбель. Вот еще лицензия на товары, но до нее расти и расти. А да вообще, что тут есть еще? А, пиво, алкашка есть всякая на будущее. Так, книги есть. Блин, классные вещи есть. Смотрите, у нас сейчас вот такой склад, да? Надо затарить, наверное, все продуктами. И вообще, у меня вопрос, он туда, наверное, будет расширяться? Это три надо расширения купить? Прежде чем покупать что-то еще, я хочу расширение купить. Потому что вот то, что сейчас, это, конечно, круто, но я бытовую химию думаю, куда поставить. И если мне вот это выкладывать, мне, я как кассир здесь вытяну. Но, по идее, надо, наверное, в ту сторону расширяться. Тут, по идее, на три... Ну и как игра устроена будет, да? И там у нас продукты по маркету. Так, по маркету говорю. По какому маркету? По менеджменту. Сейчас будут. Я все-таки на бытовой химии, потому что цена такая надо. А здесь у нас злаки, курица, картошка фри, пицца. Похоже на
Мешок с картошкой – это овощи и морозилка. Хотя сливочное масло я бы… Надо вначале покупать, а потом смотреть, что именно покупается. Но я бы вначале хотела расширить, чтобы сразу все как надо установить. Надо подумать, 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 как это все сделать. Но денег надо насобирать, потому что расширение, получается у нас развитием. Вот. Надо… Да, 4 на 4 получается. Мы покупаем. Это нам надо 6-7 тысяч. Хотя бы два участка расширить, и потом уже с бытовой химией думать, куда это. Ну, магазин огромный можно сделать. Вот это вот мне интересно, что такое. Когда обнова? Надо зайти на офсайт, посмотреть. Там можно как глянуть. Ой, ну все выставляет, а я стою, смотрю. Прям красота и радуюсь. Прям радуюсь. Ну что, надо сейчас завершать серию, надо подумать. Я, может, пару деньков просто поторгую, все повытаскиваю. Подумаю сейчас. Склад я расширила, надо его опять переделать. Я думаю, склад меня пока устроит. Вот надо будет еще вот сюда парочку минимум. Надо 3 штуки купить стеллажа. Я там уже закинула. Надо 3 стеллажа мебель. Раз, два, три. Так, во-первых, надо обязательно. Так, полок пока не надо купать. Вообще у меня то, что вот это пустует, это, конечно, такое. Но у меня получается один вот здесь пустует и морозилка. Но я не знаю, стоит ли их заполнять. Так, надо подумать, надо подумать, подумать, подумать. Ладно, будем на этом завершать серию. Кладовщик так активно все раскладывает. И надо собирать денежку на расширение магазина. Всем спасибо за просмотр. Комментируйте, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. И всем пока-пока.